поехал меняться Шугаев. Игра тем временем в зоне казанцев. Робин Пресс. 3,5 минуты. И минута 15 на большинство. Какой розыгрыш! И Адам Лишко делает счет 2-2. Северсталь реализует большинство и забивает в формате 6-4. Да, фантастический розыгрыш от череповчан. Здесь в одно касание до пустых ворот просто разыграли. И полностью оправдалось решение Райзена выпустить шестого полевого игрока. Это даже больше сбило с толку казанских хоккеистов.